Добрый день. Хочу дать свой отзыв о салонах Optic City. То есть преимуществом данной сети является то, что у них 40 салонов в Москве, удобное время работы, там до 9, до 10 часов. Можно записаться на сайте к офтальмологу на определенное время. Замена носовых упоров не обошлось с работы в 200 рублей. Вот, при этом хорошие силиконовые новые упоры поставили. Если у вас есть такая потребность, тоже рекомендую. Но есть и минусы. Во-первых, это идиотская политика, когда стоимость вставки линз составляет 50% от стоимости этих линз, а не фиксированная. Ну вот, поэтому я обратился в другую клинику, ну, в другой салон, и там мне поставили, поменяли линзы с обточкой, все за 1250 рублей. У них нет такой услуги, что ты к ним приходишь и даешь, допустим, свое оправу и свои линзы, они тебе вставляют. Ну, некоторые мастера там могут подхалтурить и провести это юридически как ремонт. Вот, но на самом деле у них такой услуги нет. Поэтому у них бизнес вот на этих линзах и на вставке. И как бы у них преимущество в том, что у них находится прямо вот в их салонах аппараты по изготовлению очков. Вот тот салон, который я ходил на речном вокзале, он из-за пандемии переехал в меньшее помещение. Вот, естественно, там есть в наличии очки, что удобно, они сейчас уже не привязаны, можно их мерить, но наценка там минимум 50% на оправу по сравнению с тем, что можно купить в интернете. Вот такой отзыв. И, кстати, в субботу и воскресенье мастер по изготовлению очков не работает, поэтому вам нужно успеть в будни до 8 часов. Вот, пишите, с чем вы столкнулись, с какой ситуацией, с этими салонами, почему вы смотрите это видео. Вот, ну, там есть бонусная система, но, к сожалению, на сайте, например, невозможно, нет личного кабинета, невозможно зайти и посмотреть, какие вы там заказывали очки, например, несколько лет назад. Вот, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь.